Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах и более ни о чем. О чем пойдет речь? Дополнительные жесты. Смотрим, значит, на часики. Раз, два, три. Запустилась Яндекс.Музыка. И еще раз смотрим. Раз, два, три, четыре. Запустился браузер. На Galaxy Watch 4 смотрим. Раз, два. И запустилась галерейка. Короче, такое вот приложение, которое многие, я думаю, даже в свое время и приобрели, но сейчас оно у вас не работает. Я вам расскажу секрет, как его запустить в данном случае на наших часиках Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 6, обойдя запрет на разрешение приложением поверх всех окон. Именно по этой причине оно перестало работать на данной последней прошивке наших часов. Значит, это приложение, его нет сейчас в Play Market, но скачать сможете в описании видео, ручками сами установить, там же инструкция, все будет. Сейчас, дорогие друзья, посмотрите обзорчик данного приложения, ну а в конце, в самом конце этого ролика вы увидите инструкцию о том, как обойти запрет и запустить все-таки эту приложуху, которая вам достанется совершенно бесплатно. Вот у меня часики Galaxy Watch 4. И на них, если кто еще не знает, просто есть вот такие дополнительные функции. Где есть у нас с вами ответ на вызов, настроечка. Дальше. Отклонение оповещения и тут же рисуночек, как это сделать. Ну и также быстрый вызов приложения. И вот этот быстрый вызов приложения, он достаточно неудобен. Вот серьезно неудобен. Вот так вот оно запускается. И если у вас горит экран, то вы уже ничего не запустите. Надо опять, чтобы экран погас, потом повернуть. Вот так два раза сделать. На самом деле... Очень неудобное движение. А на других часах, таких как TicWatch, например, и других часах Wear OS, вообще жестов никаких нету. Так вот, сегодня, дорогие друзья, я хочу вас познакомить с приложением, которое позволит вам добавить жесты на ваши смарт-часы, в том числе Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5, TicWatch и другие Wear OS, которые оно будет поддерживать. Ну а мы поехали о самом приложении. Что же за такое приложение? Приложение, которое позволяет, дорогие друзья, жестами однообразными, но с разным количеством запускать определенные приложения. Я вам показываю. Смотрите, я сейчас беру даже на потухшем экранчике. Сейчас вот так я сделаю. Раз, два. У меня запускается, к примеру, Google Ассистент. Если я сделаю раз, два, три, запускается следующее приложение. В данном случае это у меня TikTok. Раз, два, три, четыре. И еще одно приложение. Итак, дорогие друзья, до 10 вот таких вот поворачиваний. Конечно же, неудобно 10, но в 5 вполне можно привыкнуть. И еще, если использовать именно жесты, те, которые есть уже на часах Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 5. Смотрите, значит, что же это такое за приложение и какие тут есть настроечки. Первая настроечка – это одно движение. Другими словами, один раз вот так сделали, и у вас уже что-то всплывает. На Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 5 это неудобно. Почему? Потому что от жеста загорается экранчик. Наш, поэтому время не посмотрите тогда. Поэтому я его оставил пустым. Но, допустим, вот один из подписчиков канала, который вообще, в принципе, мне написал про это приложение, сделал на TicWatch, в которых два экрана есть, монохромный и основной, вот такую вот штучку, допустим. Первым движением у него загорается монохромный экран, а потом два раза уже основной экран. Ну и для них, и для TicWatch именно такой модели, это достаточно удобно. Дальше вот пошло 2, вы можете вот нажать,
появляется вот такой вот. И здесь все приложения ваши задать именно на вращение. Дальше, как я вам сказал, их 10 штучек. Достаточно неудобно. Это выбор приложения для поворота. Первого один раз, два раза, три, поехали, поехали. Следующий. У нас здесь тряска экрана при выключенном экране. Сделать лучше вот на это, тогда он вообще, в принципе, включен, отключен экран, будет работать в любом случае. Дальше вибрация. Отклик вибрации. Допустим, два раза сделали, и у вас часы вибрируют. Совсем маленечко, либо так, ну, это другими словами говорит о том, что приложение запустилось. Ну, я вообще, в принципе, этого не делал и убрал. Следующее, это экран вовремя. Есть такая настроечка, дальше у нас пошло задержка запуска, есть минимальная и до 2 секунд задержка запуска. Потом сила встряхивания, здесь есть вот один совсем легенький, раз-раз, чуть-чуть, вот так чик-чик, повернули маленечко совсем и у вас уже сработает, поэтому лучше выбирать пятерочку, тяжелый. Дальше у нас идет с вами после задержки запуска, что происходит. Вот здесь до 3 секунд у нас, по-честному, я так и не понял, зачем вообще это нужно. Ну и здесь объяснение всех этих настроечек. Все на английском языке. Пожалуйста, здесь показано, как это делать. Вы нажали дальше следующее. Пожалуйста, переведите, кто знает английский, и напишите в комментариях, если что-то я не так рассказал. Ну а здесь, в принципе, отключить или включить данный лаунчер вообще. Так, ну а теперь о том, как установить и как дать соответствующее разрешение, чтобы оно работало. Все это я буду делать с помощью программы ADB App Control. Для этого нужен компьютер, естественно. Как подключать и устанавливать доскональное приложение, показывать не буду. Ссылочка в описании видео, там все есть, в том числе как работать с данной программкой. Здесь я сейчас показываю, как установить. Все отметили, нажали установку. Устанавливается оно достаточно быстро. Все, сейчас всплывает у нас окошечко готово. Мы с вами переходим в приложение «Сторонние». Здесь в этой графе находим нашу приложуху. Вот она. Нажимаем правую кнопку мыши и «Разрешение». Здесь ставим одно разрешение, устанавливаем. Вот таким образом. Все, вернее, разрешение готово. Теперь можно запускать приложение и им спокойно пользоваться. Вам же, дорогие друзья, напоминаю, что все в описании видео. Там же вы сможете и задонатить, если вам данная инструкция была полезной. Вы были на канале SmartWatch. Подписывайтесь, лайк и ваш коммент.